Боже мой, посмотрите. Это погром после вчерашнего. Боже мой. А кофе-то вот сварился, посмотрите, идеальный. Мне голова не болит, вот что подозрительно. Машинка уже стирает, время 10 часов. У меня уже девочки в гостях, ну мы сейчас на базар пойдем. Это все, понимаете, мы как огурчики малосольные. Там уже машинка крутит, все дела. Настюха уже кофе пьет. Настя... А, подожди, я так смогу? На, перехватись, наливай сама. Не обожгись, Настя, близко не бери к турке. О, какой аромат потасил. Да? Красивый. Кружка классная, мне очень нравится. Это такой? Здесь. Я приняла, что здесь. У меня еще была зеленая. Османская перья. Да. Так, это остатки сладкие? Остатки сладкие, да. Посмотрите на меня. Посмотрите. О, просто посмотрите. Тебе нужно водички, кофе? Нет. Нет? Шоколадки бери и садись на диван. Боже мой. Боже мой. Сейчас Тёмка придет. Хочешь, иди на балкон, садись. Таня вчера на него села. Так нет, нет, я же его заносила, я его сегодня занесла. Я уже все сделала. Да, я уже все сделала. Да, да, да. Он у меня уже к морю готов. Какой этот? Влажный, ткань хорошая. А он просто холодный. Холодный? Не, не, он такой. Вот, видите, сколько время. Сон алкоголика, что такие краток? Я проснулась в 7. Я заснула с намазом, с первым намазом я заснула. А, в 5 часу я заснула. Я до этого не спала. И встала в 7 там с чем-то. Все, видите, 10 часов у меня уже все. И я, а у меня нет, думаешь, у меня похмелья? У меня нет похмелья. Вид у меня нормально? Можно заново Владимир. Начинать. Можно заново начинать бухать. Приятного аппетита, Настюха. Спасибо. Очень хорошая вещь. Очень. Какая? Ну, палец. А. Сейчас Тёмка придет, и мы пойдем на базар. За вишней. Я иду. Все остальное у меня есть. Кабачки, баклажаны. Ну, все остальное есть. И холодильник грязный. Я до этого вот его мыла. Ну ладно. Как смогла, слава богу, сама выжила. После таких пьянок. Еще гостей, блядь, на приглашала. Как что и есть. Как что и есть. Боже мой. Воду. Приду с базара, воду потом поменяю. А цветочки-то стоят. Цветочки-то стоят, стоят. Потому что Россия, матушка. Да. Привезли оттуда, да? Ну, короче, надо и на... О, так распогаживается. Посмотри, какая погода-то прекрасная. Распогаживается. О, погода-то кайф. Вот эти вот заповторяли, тоже поставили ветерок. Там поставили ветерок. Тут поставили ветерок. Ничего индивидуального нет. Какой цветочек, да? Волосы в морской соли. Смотрите, все так. По мановению волшебной палочки. Все развесили. Все сделали. Сейчас Тёма придет, и мы на базар. Что сидим? Кого ждем? Особого приглашения. Особого приглашения, да. Телефон, телефон, телефон. Что телефон, ты? Телефон, телефон. Слушай, может вы это спуститесь на улицу ниже, мы там встретимся. Где вот заправка, помнишь, где улица, где у нас отель, мы снимали апартаменты на одну ночь с этим социальным. Вот эту улицу. И там на перекрестке у Бима, получается, встретимся. Я потому что не очень уже помню. Не, найду, конечно. Но смысл одному-то идти туда. Просто мне не так сильно туда нужно, это так за компанию. Мы бы рыбу купили, Артём. Не сильно тебе надо. Давай мы спустим. Блядь.
Давай, давай, мы спустимся к заправке. Не на углу Бима, нет. Мы спустимся к заправке, мы тебя там будем ждать. Да, да. Пойдем по этой улице. Все правильно сказал. Артем, мы вышли. Все, все, все. А я вчера 200 лир нашла. Да, да, на улице. А, нет, это не ты потеряла. Ты там даже не ходила в этом месте. 200 лир нашла. А до этого 100 лир нашла. Да, 100 лир нашла. А там на дороге прям нашла 200 лир. Сначала подняла, и такая думала, сначала 50, а розовенькая денежка. Потом смотрю, разворачиваю, 200 лир. Как найдены. 200 лир. 200. Да. Хлеб кладу. Ну, кто держит кур там всяких, ходят, собирают. Собирают. Что видела? Хлеба видела? Да, да, да. А, да. На дерево вешают. Да, да, да. Это да, у них такая особенность, типа. Ну, чтобы не выкидывать того. Ну, да, да. Не, ну, не покупайте так много. Я же вижу, сколько они покупают, батонами несут. Кто-то раз мужик зашел. Да. Какие-то опять дожди, какие-то машины грязные. Пыльные очень. Они пыльные и дождиком вообще. Ага. Сейчас мы Артема заберем. Артема заберем. Артема заберем. Это да. С саньем кошачьим, мне раньше казалось. А сейчас мне уже, прикинь, сейчас мне уже не кажется такое грязное, да, все? Че, блядь, не помыли? Вонять, конечно. Знаешь, когда жарко было, я прям в обморок падала. Я думала, блядь, тут что это, вонище такая, блядь. Унитаз, что ли, какой-то? Да. Не подумаешь, да? Ты не подумаешь, конечно, что такой мерзкий запах. Конечно. Ну, ты видела? Название я не знаю. У него практически листья нет, у него листья нет. Ой, как хорошо. Тёма, блядь, где? Тём, на морешко пойдем. Плавать, 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 плавать. В заплыв уходить. Что такое, ну короче. Тёмка уже здесь. Настя здесь. Татьяна здесь. Я здесь. И Дюша Метелкин. Тоже. Да. Просто придурки тащишься на рынок, блядь, с пепла. Ну пекла не было, когда мы собрались. Видишь, как повод, да, меня? Просто, говорит, придурки тащимся на рынок в пекло. Нет, блядь, пивище взять, отходить на море, да? Да. Мы легкие будем, мы все с потом выводим, блядь, весь литр будем выводить. Я вот тут никогда нету, блядь, догнаться, настаивать дрожжи, быстрее накроется, нам рынок, бегом, с ботом все выходит. Черешеньки, блядь, захотел с клубничкой. Да. Хамси. А то сейчас у нас лето-то, блядь, заканчивается, там в озерах-то, блядь. Надо наебенец ягод. Ягод. Да-да-да. С учетом турецких цен и... Да. Он, блядь, покупал гранаты 220 турецкие в ленте. Такой же тут стоит за 200 рублей. Вот ты представляешь? И за 20 рублей, блядь, пилить в Турцию. Вот так вот. Очень дорого стало все. Очень. Просто слушай, жесть, как с дорого. С каждым годом умножайте на 2. 2,5. Да, даже, да. Да, да, да. Нам туда повыше, наверное. Да? Туда вот, наверное. Помнишь, как в прошлом году искали тут, блядь, этот отель? Какой? А, да. Нет. Все, пришли. Цен нет. Цен нет. Это, конечно же, очень, очень удивляет. Я не хочу ничего спрашивать. Пахнет. Пахнет рыбкой, пахнет. Чупра. Левре. О, крабы, 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 крабы.
Крабы, крабы, крабы. О, тунец. А ты икру не покупал такую? Такую нет. Они тут сами продают. Это из-за освещения мигает камера. Причем не у всех она мигает. Мираба. Я хочу маленькую, я хочу хамси. А хамси? Сезон. Сезон? А, не сезон? Винтер. А. Сезон финиш. Тамам. Тамам. Слушайте, а хамси нет? Хамси нет, сказали. Сказали, что сезон закончился. Я не знаю. Мне кажется, вот это вот хамси. Ноги живут, прилипает еще. Да? Свеженький, на присосочках. Свеженький, да. Крабы тоже живые? Нет, раки живые. Раки живые. Нет, пока мы сидим. Нет, я не знаю, я не знаю. А хамси нет? Anne biz şimdi alıyorsun. Yok güzel güzel. 20 7.50 авокадо 6 штук 100 лир. Ну 500 лир, 500 лир, конечно же, это жесть цена. 500 лир это что-то немыслимое. Что за ягода такая? Каменные. Здравствуйте. Нормально. Я не спрашиваю, как у вас дела, потому что мне неинтересно. Смотрите на тот, на другой ряд. Встречаемся там. Вы можете рассосаться, девчонки. Пойдем? Да. Вы... встречаемся. Вот тут вот. Ждем друг друга вот тут вот. Давайте. Морковь есть у меня. Прям. Бананы надо купить. Ну, бананы, да, 30 лир, Артём? Да вообще. Они здесь растут. Самое-то, что интересно, они здесь растут. Они, да? Да, да. А эти? Дыня хорошая сейчас? Думаю, да. Я дыню покупал. Черешню, зеленые сливки, может быть, абрикосики. Все. Ничего больше не брать. Черешню пока даже не встретила. Вы там где-то на выходе встречали, да, черешню? Да. 60 вон. Вот это вот я люблю. Мекадар? Йос, го! 100 лир! 100 лир! Йос, 100 лир! Конечно, в прошлый раз это было 25, в прошлый раз, да. А это сколько? За 25, нет, может она отходит уже, может она поэтому говорит? За 25 я покупала, реально, он говорит. Вот такой вот. Два раза стало дороже. Озверели просто турки, озверели. Угу. Угу. Ты что, передари? Так, это я. Купила вишенку, абрикосики, вода моя. Одной рукой как сложно все делать, а? Мушмула, 50 лир. Я их за 5 покупала.
5 лир я покупала ее, за 5 лир. Сладкий картофель. Батаджа это. Арбузы 15. Помидоры у меня есть. Баклажаны есть. А может мне ничего и не надо больше? Ягодки есть, что надо? Клубнику не хочу. Вот там персиков бы взять. Вон там вот Артем всегда продавались. Вон там вот персики продавались. Почем они? Инжирные. Давай. Давай. Инжирные персики по 35. 40. Ага. Они даже ароматные. Вот эти, наверное, надо взять, да? Я думаю, вряд ли мы найдем дешевле. Угу, да. Навряд ли. И они такие есть. Мягкие? Мягкие. Они нормальные. Давай возьмем полкило. Такие же правда зеленые. Возьму тоже килограммчик. Купила. Купила, купила, купила. Абрикосики. Абрикосики. Тяжело пить, а потом на утро ходить везде. Уж время 11 часов, я уже на базаре. Я такой хрен. Сахарная, говорит. Сахарная. Я не хочу. А вот. Что-то клубнику я не особо. Ягода хорошая. Аромат такой идет. Аромат потрясающий. Я пошла домой. Надо мне их найти, попрощаться со всеми. Тёма здесь ходит. Девочка нам сказала пока, а я пойду домой. Встретимся на пляже. Все. Прусь. Вишни 2 килограмма. Абрикосы. Инжирные финики. Все. Все, все, все. Приду домой, немножко полежу и пойду на море. Пойду на море. Тяжело такие забеги. А после того, как ты выпил литр вискаря на двоих, это, конечно же, тяжело. Да, да, да. Ну, я на троих там. На четверых остатки мы уже на четверых допивали. Но большинство, конечно же, мы с Артемом на двоих выпили. Тере-тере, привет, привет всем огромное. Конечно, вам, Наталья, вкусный. Но ничего, закажем. Вести прилетит летом. Еще кто-то тут собирается наверняка у нас из нашей компании. Поэтому будут привозить вам, Наталья. Без проблем. Мы бы рады, что вам понравился. Мои латвийские друзья тоже обожают вам, Наталья. Если вы хотите такой коктейльчик, чтобы он прямо так... Поэтому прервался. Если вы хотите такой коктейль вот с вам, Наталья, чтобы он прямо ноги, как бы по-русски... Ну, короче... Ты поняла, что ноги уже бы не носили бы, тогда ванна Таллин вмешивает шампанским. Вот это ядерный напиток получается, как-то тоже очень вкусный, но опасный. Его надо уметь пить. Потому что вначале, когда ты начинаешь пить ванна Таллин с шампанским, он как сок. Вкусный, хороший, приятный на вкус. Буквально там несколько бокалов и все. Можно не стать. Так что такой рецепт. Так что да, не переживайте, привезут ванна Таллин обязательно. Всем большой привет. Мы на месте, в Мерсине. Вчера целый день с самого раннего утра занимались делами. До позднего вечера. Вот сегодня у нас день не такой суетной, мы начнем только с обеда, поэтому утро у нас спокойно. Ладно, не буду долго тут болтать. Всем огромный привет, Инна, рада слышать. Будем держать в курсе. Держать в курсе, как у нас дела идут. Твоим всем гостям тоже огромный привет. Классные ребята у тебя. Какие вкусные. Какие сочные и вкусные. Пойду прямую душу, лягу. Не долежала. Часик полежу, потом пойду на море.